музыкальный центр. Рассмотрим портативную колонку JBL Party Box 310RO. В комплекте колонка, кабель питания и документация. Перед нами портативный музыкальный центр на 100 Вт с колесиками и выдвижной ручкой. В отличие от большинства подобных устройств, тут есть аккумулятор, которого хватит на 18 часов работы. Кроме того, корпус колонки не боится брызг. Во фронтальной части разместились два высокочастотных и низкочастотных динамика с подсветкой. На верхнем торце находятся клавиши для управления громкостью, эквалайзером, воспроизведением и подсветкой. При этом сами кнопки тоже подсвечиваются, чтобы ими было удобно пользоваться в темноте. Порты и дополнительные клавиши спрятались под заглушкой на тыльной стороне. В их числе USB для внешних накопителей, вход 3,5 мм, два входа для микрофонов. Причем во второй можно подключить гитару. И разумеется, колонка поддерживает Bluetooth-соединение. Так что при использовании с мобильным устройством можно забыть про провода. Подведем итог. Это мощный музыкальный центр для тех, кто хочет перемещаться с ним не только по квартире или дому, но и по улице. При этом за счет встроенного аккумулятора можно забыть о розетке. Только учтите, что на полную зарядку аккумулятора потребуется 3,5 часа.